Аким Атырауской области Серик Шапкенов провел прием граждан по личным вопросам и встретился с жителями поселка Жаңағаратон Жилойского района, сообщает пресс-служба Акима области. Глава региона выступил с докладом о развитии поселка, а также выслушал мнения и предложения собравшихся жителей. Серик Шапкенов отметил, что такие открытые встречи с жителями окажут положительное влияние на развитие населенных пунктов, в том числе на решение проблем инфраструктуры. Аким области поручил всем жителям поселка усилить общественный контроль за качеством строительства объектов. В ходе встречи местные жители подняли вопросы, которые касаются замены канализационных труб, прокладки газопровода, проведения уличного освещения, строительства внутрипоселковой автомобильной дороги, создания мест отдыха, детских площадок, а также трудоустройства. Серик Шапкенов отметил, что все вопросы, поднятые гражданами, будут решаться поэтапно в рамках закона. В поселке Жаңағаратон проживает 7112 человек. Здесь действуют две школы, один спортивный комплекс, два детских сада, одна амбулаторная поликлиника, одно отделение полиции и другие социальные объекты. Во время своих визитов в районы я уделяю большое внимание всестороннему развитию того или иного населенного пункта. В прошлом году в Жаңағаратоне были сданы в эксплуатацию автомобильная дорога и тротуар протяженностью 33 километра. Наряду с этим разработана и проходит экспертизу проектно-сметная документация на строительство 20 километров пешеходных дорожек. Подведение итогов запланировано на апрель текущего года. Работа проводится для улучшения условий жизни местных жителей. Поэтому важно усилить общественный контроль, чтобы все проекты были завершены в срок и построены качественно.